Cold Steel AK-47 – логичное продолжение старой версии. Нож только приобрел. На обоих сторонах клинка написано AK-47. Теперь вместо алюминия цепкий и крепкий G10 плашки очень цепкие. Фаски посередине не особо прибавляют ухватости, но добавляют дизайна. Металлический вынос, он же стеклобой. А заодно и интересное решение для темляка. К сожалению, я не нашел, из какого металла он сделал, но для стекла, мне кажется, хватит. Шпинек очень узкий, для моего небольшого пальца еще ничего, но если руки мокрые, не всегда получается открыть с первого раза. Открытие очень мягкое, шпинек также выступает в роли крюка для раскрытия из кармана. Хват очень удобен, в моей руке сидит хорошо. Рукоять больше клинка и вообще не маленькая, поэтому готова к намного большей руке. Кстати, насколько крепкое покрытие клинка, не могу точно оценить, но как-то вставлял нож между деревянной дверью и косяком, слезло немного. Обратный хват скорее должен быть молоточный, пальцу все-таки не очень удобно. Триадлок позволяет абсолютно нормально открывать и закрывать одной рукой. Клипсы непереставляемые, в комплекте идет дополнительная. Вот так нож открывается из кармана. В целом нож громоздкий, но все-таки подходит для EDC, так как он крепкий и относительно недорогой.